Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас джемперочек из фильма «Контакт», который был на Равшане Курковой, который вы многие, отмечу, меня просили. В общем, и случилась у меня беда с этим мастер-классом. Я его снимала. И самое основное, вот это незаконченные ряды горловина, у меня был поврежден файл большой, почти на 40 минут. И я, конечно, была в шоке от этого. В общем, решила, что видео не выйдет. Вот, сделала экспресс обзор на эту модель, потому что свитер уже есть. Ну и судя по комментариям, конечно, жалко и мне было, и вам было, что нет подробного мастер-класса. Ну, в общем, вязала я этот свитер 2 дня, а видео у меня неделю делалось. Вот, досняла я на мини-версии, на вот такой вот эту горловину, слепила это видео из того, что у меня было, как бы неповрежденные файлы, и вот досняла я то, что было повреждено. Так что, девчонки, прошу любить и жаловать попетельный мастер-класс, чуть-чуть с нюансами, я сейчас вам объясню, то есть нюанс в наборе, но это оригинал видео, я все-таки пыталась как-то это все дело приблизить к оригиналу, поэтому там расхождения будут только в наборе петель, вместо 96 80. Ну, в общем, все там дальше я расскажу. Дальше вам предоставляю оригинал видео плюс вставку вот этого части, которая у меня был поврежден файл. И конец тоже этого видео. Я сделала одну ошибку. Я не проутюжила образец, когда считала петли. И вот я там насчитала 96 петель, потом провязала много. Раз вижу, что это... Я вот до проймы, в принципе, это довязала. И распустила, вот, и потом второй раз набрала, я посчитала по фотографии петли, в общем, сейчас я вам перелистаю те фотографии, которые я сделала с экрана, ну, в общем, когда фильм шел, они плохого качества, сам джемпер, он в первой серии, во второй половине первой серии, вот, если хотите, посмотрите, чтобы вы четко понимали, о чем я говорю, и четко понимали, что я хочу как бы донести до вас, чтобы получился именно такой. Из чего связан мой? Я там далее буду говорить. Это Lana Gold 800 плюс. Не пугайтесь. Да, я извращенка. Значит, и пухнорки. Вот так мне вот захотелось. Я потом об этом пожалею. Пожалела очень сильно. Поэтому вам рекомендую вязать пряжей тоньше, чем я вязала. Чтобы он у вас разутюжился и получился такой, как в фильме. Ну, если, конечно же, вы захотите такой, как у меня, вот пушистый, толстый, и вот такой вот, какой он есть, то, значит, следуйте всему видео. Единственное, что у меня здесь 40 петель, то есть в круговую это 80, а там начало видео, увидите, я все расчеты все оставляю, чтобы вы могли посчитать на свой размер. Вот. А, значит, у меня здесь в круговую 80 петель там будет. Я перебрала, ну то есть как бы как вам объяснить, чтобы вас не запутать, там только начало, где расчет на 96 петель, а далее все видео уже идет на 80 петель, так что не пугайтесь, это только сам расчет, я просто его в видео оставила, чтобы у вас был пример расчета, чтобы вы могли рассчитать на свою плотность и на свой размер, соответственно. Ориентировалась я просто на ширину. Вот. Потом, когда я вижу, что у меня 96 много, и я сделала ошибку, и потому что не посчитала как бы плотность вязания, не разутюжила, мне жалко стало ниток, я не хотела их деформировать, за что и поплатилась. Вот. И поплатилась сильно, потому что если бы я это сделала, я бы уже сразу понимала, что, вернее, не понимала, я вспомнила, я это знала, но я забыла, что пух норки, девчонки, он не поддается разутюжке. Он не поддается стирке, то есть вы стираете. Я вспомнила, я вязала из него прошлой зимой, и тут синий такой электрик жилет. В общем, вы его стираете, он растягивается большой, потом дрысь,
И он такой, как был. Вы его утюжите, вроде бы как разутюжили, потом чик, и он на место. И я вот этот свитер хотела, я его расплющила, ну, в размер, ну, как бы не разутюжился, не разутюжился. И я знаю, почему, потому что тут стремнетки пухнорки. Вот еще, кстати, его распушить нужно, он, конечно же, потом еще распушится. Поэтому я вам говорю, девчонки, не тратьте пух. И еще хочу сказать свое мнение про пухнорки. Я его больше никогда в жизни не хочу видеть. У меня глаза болят, он лезет в рот, нос, в глаза, везде. В общем, вся квартира в пухе норке. Что я хочу вам порекомендовать? Ализе Суперлана Тик в 4 сложения. И Ализе Ангора Голд, Лана Голд 800 в 5 сложений. Тогда у вас все разутюжится и все будет чики-пики. Если хотите пушка, добавьте один к одному вот эту вот, либо одну ниточку замените на Ализе Ангора Голд, либо на Кидмахера добавьте, но только не пухнорки. Вот я вам честно, откровенно говорю, не это дорого, во-первых, и не имеет того эффекта, который ожидается. Ну и плюс оно, вот нельзя, ВТО для него противопоказано, для пухонорки. Ну, в смысле, чтобы, если вы хотите придать форму этому изделию, оно у вас вернется обратно. В общем, получился вот, вот так. Такие вот размеры у меня получились. Про пряжу сказала. Вот зафиксируйте размеры. Ну, это на меня. Вы же знаете, что я где-то 46 размера сейчас, как бы 44-46. Ну, сверху 44, снизу 46. Ну, а джемпер-то... Ну, в общем, на мне, вы в конце я вам покажу, значит, как он выглядит на мне. И вот по таким вот размерам. Ширина 55, это уже размеры готового джемпера. Длина 47, мало, но у меня закончились нитки. Ушло у меня, скажу, 4 мотка ангоры, 2 мотка Lana Gold 800 и 4 мотка пухонорки. Если брать 500 грамм, вам нужно на этот свитер, если брать вот такую какую-то пряжу, ну, недорогую, бюджетную, я вам скажу, на этот джемпер как раз такая и нужна, оно и видно у нее, там никаких там понтов нет, это я решила. Вот почему я так решила, потому что я его делала себе, вот мне так захотелось, понимаете, совместить это с пухом норки, да у меня еще и уги такого цвета, да и жилетку я черную хочу, ну, в общем, короче. Ну да ладно, сказала вам, чтобы вы не вляпались так, как я. Так что, девчонки, берите что-то, что угодно, в принципе-то. В любом случае, вы можете... Плотность вязания хочу еще измерить после обработки сейчас. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 петель в 10 сантиметрах. А высоту, я думаю, и не надо. Ну давайте измерим 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тоже 9,5 рядов. Вот. Вот такая вот плотность, девчонки. Ну и про сказала сколько. Да, грамм 500 именно на тот размер, который вот такой вот, но только нормально вязать, не из пуха норки, как Вика. Вот. А потом его хорошенечко прям проутюжить, и он будет, ну, у меня теплый он. Ну, у меня он теплый, смотрите, какой получился. Он мне нравится. Только не нравится, что пух норки везде лезет. В общем, поехали, девчонки. Начинаем вязать. Наболтала вам, опять ругаться будете. В общем, далее предоставлено то видео в том варианте, как я его снимала от начала до конца. Ну, а поправки я вам сейчас сказала все. Я его вяжу себе, и вот прям хочу такой воздушный, теплый, чтобы прям пушок на нем был. Вот. И что я, конечно же, сейчас многие из вас меня осудят, потому что уже говорили, как можно пухнорки с чем-то комбинировать. У меня все можно. Я несколько образцов связала, комбинировала несколько нитей всяких разных. И вот это сочетание мне понравилось больше всего. Получается и мягко, и форму держит. И плюс, я надеюсь, распушится, потому что это всего лишь образец. Узор пышная резинка. Свитер будет с цельновязанным капюшоном, воротником.
Вот. И основываться буду я вот на этот образец. Давайте сначала я вам про материалы расскажу, что же я здесь начудила. Значит, спицы у меня 9 миллиметров. Сейчас вам все напишу. 9 миллиметров спицы. Пряжа у нас Ализе Лана Голд 800. Цвет, если вам нужен цвет, то это цвет 01. Молочный, вот, по-моему, там какой-то. Значит, в два сложения, значит, нет, в три, о господи, Ланаголд 800 в три сложения, и пухнорки, да-да, пухнорки, девчонки, цвет 0,46, я не знаю, они тоже молоко, оно одинакового цвета. Ой, я уже где-то потеряла сейчас. У меня тут корзинка просто стоит, их много мотков, вот он. Тоже не такой, конечно, но он сливается потом в вязке. Значит, тоже в три сложения. Использую так, пухнорки, пухнорки в три сложения. То есть, в три сложения. Это и основная нить, и дополнительная. То есть, всего 9 нитей у меня здесь, смотрите. И пухнорки, и эти манюськи, и Лана Голд. Всех по три. Так, теперь я меряю плотность вязания свою. Значит, спицы 9 миллиметров. Я не знаю, как хотите, вы не обязаны повторять. Это мое желание. Вот оно мягенькое такое получается, при этом держит форму. Вот. Форму придает Лана Голд, а вот мягкость дает пухнорки и пушистость. Так, значит, свитер, который у Равшаны Курковой, девчонки, вяжем, боже, не сказала сначала. Значит, я его позаснимала. Это он в первой серии. Можете посмотреть фильм, кто не смотрел первую серию. Этот свитер из первой серии. Значит, 20 петель. Это 23 сантиметра. 20 петель. Это 23 сантиметра. Мне нужно, не знаю, сколько петель, и мне нужно 110 сантиметров, 110. Снизу начинаю вязать, я же, ну, 100, решила, что мало, все-таки он должен быть, как там, ну, свободный достаточно. Значит, сделаю 110 сантиметров, в круговую это будет. Значит, что мы делаем? 110 умножаем на 20. И делим на 23. Значит, зачеркнула. Неправильно посчитала. Девчонки, 95,6 где-то получалось. Пришлось выключить телефон и пересчитать на это калькуляторе. В общем, 96 петель. Потому что должно быть четное количество петель. Поэтому я распускаю вот это, чтобы не прерывалась нить. И набираю, будем вязать в круговую пышной резинкой, девчонки. Поэтому сейчас я вам все покажу. И для начала набираем 96 петель. Нравится мне это сочетание. Хоть убейте меня. Можете меня расстрелять сейчас в комментариях и сказать, что я извращенка. Я согласна, пусть я буду извращенка, но мне понравилось это сочетание. Вот по итогу. Значит, я набираю на одну спицу 96 петель, не затягиваю. Восемьдесят шесть, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96. И теперь еще одну петлю дополнительную. Сейчас увидите, зачем она вам. Здесь я делаю узел, чтобы зафиксировать, чтобы она не растягивалась. Это последняя петля. Теперь замыкаем это все в кольцо. Таким вот образом. Переснимаем эту последнюю петлю на левую спицу. И вот через нее протягиваем первую. То есть мы
последнюю, одеваем как бы на первую, видите? И теперь начинаем вязать первый ряд резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Теперь с контрастной нити сделаю маркер, чтобы обозначить начало ряда. Обычный маркер, ну, пластиковый классический, нам сюда не подойдет. Я сделаю вот такой вот. И теперь у нас, ну, он у меня разделит как бы ряд. Можно, конечно, ориентироваться по вот этой вот нити, но нежелательно, рискованно. Значит, первый ряд. Этот первый ряд узора, девчонки, потому что... Это первый ряд узора, потому что вот этот ряд не считается, это подготовительный ряд, он нулевой будем считать. Сейчас первый ряд узора. Мы вяжем лицевую не за эту стеночку верхнюю, которая на спице, а под ряд ниже, вот в дырочку под петлю. И петлю спускаем. Вот. Изнаночную вяжем нормально, за заднюю стенку, сейчас еще раз покажу. Лицевую в петлю ниже. Изнаночную за заднюю стенку. Опять показала быстро. Вот за ту ухо, которое за спицей находится. И так круг мы их проходим. Лицевая под петлю. Изнаночная за заднюю стенку. Так, прошли мы круг вот до маркера. Теперь второй ряд из узора. Узор у нас состоит всего из двух рядов. Сейчас мы провязали первый, второй лицевую, вот за верхнюю стенку, за ту, которая перед находится. Провязываем лицевую, а изнаночную провязываем вот в дырку под петлю. Видите, сзади заводим не за петлю, а в дырку, как перед этим мы делали лицевую дырку, то теперь мы изнаночную дырку вот провязываем и спускаем эту петлю. Лицевую провязываем просто, изнаночную провязываем и спускаем. И так чередуем. Один ряд мы провязываем лицевую под на ряд ниже, а один ряд изнаночную. 16, 17, 18, 36 рядов я провязала. И сейчас я разделю на две половинки. Я вот там не вижу больше, чем 20 сантиметров до рукава. Смотрим. Ну, по 17, понятное дело, что еще разутюживать я буду. Поэтому я делю на спинку. Отделяю сейчас спинку. И разделять буду вот таким вот образом, девчонки. Я... этот маркер я оставлю. Сейчас поворачиваюсь, потому что здесь у меня очень важно, чтобы как бы так, здесь важно, что мне здесь нужно добавить одну петлю, потому что на лицевой стороне у меня должна быть после кромочной изнаночной, поэтому я вот отсюда добавляю еще одну дополнительную петлю из петли, как бы. То есть там, где маркер, я повернула, добавляю одну петлю, это только здесь будет. Сейчас пока я ее не считаю, а вяжу, считаю петли основные. 1, 2, 3, 4.
34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. И я поворачиваюсь. Одну петлю я добавила, значит, у меня 41 петля, я вернулась, здесь у меня первая лицевая, изнаночную я провязываю, лицевую под наряд ниже. То есть сейчас у нас пышная резинка, но уже мы провязываем только лицевую, сейчас покажу все. То есть поворотными рядами сейчас мы вяжем пышную резинку. И здесь нам намного проще. Так, вот дохожу я до маркера, это мои 41 петля. Вот это дополнительно у меня превращается в изнаночную кромочную. Как-то запуталась ниточка, но я вот это оставлю здесь. Так, сложновато чуть-чуть, сколько сложений вязать. Значит, ну и изнаночный ряд, опять же, я лицевую петлю провязываю под петлю. Подряд, вернее, на ряд ниже. То есть здесь у нас узор состоит из одного ряда. Изнаночную мы провязываем просто лицевую на ряд ниже. И вяжем только эту 41 петлю. Вот здесь вот мы поворачиваемся, где мы закончили. Так, провязала я 36 рядов, как и здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 17, 18. 36 у меня до разреза, 36 после. То есть одинаковое количество рядов. И сейчас я буду вязать скос плеча. Для этого в начале каждого ряда я буду сокращать одну петлю. Вот я провязываю первую петлю после кромочной и одеваю кромочную на эту петлю, и далее вяжу ряд до конца, как я вязала. Первую петлю провязываю, потом кромочную одеваю на нее. И так все время в начале каждого ряда, то есть с каждым рядом у нас будет уменьшаться по одной петле. Один раз в лицевом ряду, один раз. Итак, ключевой момент моего джемпера. Я доснимаю вот на такой вот версии. Она один к одному к свитеру. То есть здесь 41 петля, как и положено. Не пугайтесь, все будет. Зато, вы знаете, все, что не делается, все к лучшему. Поэтому я так думаю, что вам будет намного понятнее, если я вот покажу именно на вот этом вот образце, а не на свитере. Будет лучше, больше видно, лучше видно. Когда довязала спинку, вот оригинал видео уже был на том моменте закончился, где довязана спинку. И здесь я буду делать сокращение по бокам для скоса плеча. Вот они, 8 по одной с каждой стороны. Каким образом? Значит, в начале каждого ряда я буду сокращать одну петлю, одев кромочную на первую петлю, вот таким вот образом. И так в начале и лицевого, и изнаночного ряда. Тем самым у нас с каждой стороны будет сокращаться по одной петле. То есть сейчас я вяжу 16 рядов и делаю 16 сокращений по 8 с каждой стороны. Это у нас спинка. Здесь мы горловину не вывязываем. Горловина у нас будет на передней детали.
Так, довязала до конца ряда, поворачиваюсь и в конце изнаночного делаю то же самое. Кромочную снимаю, потом провязываю первую петлю и на эту первую петлю одеваю кромочную. Все. И пошла дальше вязать по узору. И так 16 раз. Итак, вот так вот это сейчас выглядит. Смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 с одной стороны сокращений и 8 с другой. Теперь, когда 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 1, 25. Теперь я закрываю по 4 петли с каждой стороны и средние 17 петель я оставляю. Значит, 1, 2, 3 и 4. С одной стороны вяжу ряд до конца. Так, и со второй стороны тоже 4 петли. 1, 2, 3 и 4. И все. Еще ряд до конца я провяжу. И все, я откладываю спинку. Ух ты! Весело нам с вами сейчас будет, я вижу. Я села как раз подснять подробно. Так, все, 17 петель у нас осталось. Их я откладываю. Теперь передняя деталь. Вот переднюю деталь мы тоже довязываем до этой точки, там где мы начинаем делать эти сокращения, то есть 36 рядов. И переднюю, и заднюю деталь мы довязываем до плеча, 36 рядов. Теперь же здесь мы будем вывязывать и горловину. Так, здесь мы будем вывязывать и горловину. Значит, мне нужно отделить средние 5 петель. Это если 36, 18, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 двоечек, это 18. И с этой стороны тоже 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. И осталось средние 5 петель. Так, и теперь мы вяжем вот эту вот часть. Из нее мы вывязываем полочку. Далее переходим на эту часть. И тут вывязываем полочку. И одновременно у нас будет формироваться вырез горловины. Итак, вяжем первый ряд. Здесь делаем сокращение. И здесь укороченный ряд. Каким образом? Значит, первое сокращение мы вяжем так, как делали на спинке. Эта сторона плеча у нас, здесь у нас горловина. И вяжем до первого маркера. Тут у меня, девчонки, один нюанс. Я ошиблась в спинке. Здесь у вас будет первая изнаночная петля, если вы вяжете свитер по моему началу. Сейчас я дойду до нужного места. Я уже перепутала, поэтому я буду это озвучивать. Здесь первая у вас изнаночная, то есть вот эта сторона лицевая. И довязываете до маркера, у вас будет немного по-другому, у вас будет наоборот. Вот у меня последняя лицевая, у вас же будет изнаночная, потому что с изнаночной начало. Значит, последнюю петлю, в любом случае, лицевая она или изнаночная, мы провязываем лицевой перед маркером. Последняя петля, поворачиваемся. Теперь нить перед работой, петлю снимаем на правую спицу, уводим нить назад и подтягиваем. Смотрите, так вот хорошенько подтягиваем, прямо чтобы затянулась. И вот эта вот петля, если у вас изнаночная, то провязывайте изнаночной. Я же провязываю лицевой, но обычной. Эту затянула, из нее образовалась вот такие двоечка такая,
и вяжу дальше до конца ряда. Первый провязала лицевой. У вас это будет в следующем ряду так, а у меня будет изнаночная. Не пугайтесь, это у меня ошибка. У вас все правильно, если у вас наоборот от меня. Так, поворачиваемся. Снова здесь делаем сокращение. И вяжем теперь до маркера. Так, здесь теперь, смотрите, вот эта вот двойка, мы ее оставляем, а провязываем последнюю петлю вот здесь, вот она последняя, перед вот этой двойкой с предыдущего ряда. У меня она изнаночная, у вас лицевая, провязываем, в любом случае провязываем последнюю петлю перед поворотом лицевой. Повернули нить перед работой, сняли петлю, увели нить и затянули. Хорошо, видите, эта нить прямо отсюда подтягивается. И вяжем ряд до конца. Со стороны плеча, скоса плеча, снова одну петлю сокращаем. Вяжем до горловины. Так, это у нас какой, давайте не запутаем, первый, второй, третий, четвертый. Это пятый ряд. Давайте, чтобы мы в рядах не запутались. Пятый ряд сейчас я вяжу. И здесь у меня, вот смотрите, первая двойка, вторая двойка. И я поворачиваюсь. Последняя петля всегда лицевая. Вот, кстати, ошибка. Я ее подряд провязала. Нет, я ее провязываю обычную лицевую последнюю петлю. Поворачиваюсь. Шестой ряд. Затягиваю. Теперь у нас три петли здесь. И... так, лицевую. Вот лицевую провязываем возле вот этих вот мест, не подряд ни в коем случае, потому что потом, ну, вытянутся дырки. Так, шестой ряд. Поворачиваемся. Седьмой ряд. Сокращаем одну петлю. Вяжем до горловины. Так, здесь последняя, вот она изнаночная, здесь три, раз, два, три, последнюю провязываем лицевой, поворачиваемся, снимаем, подтягиваем и вяжем до конца ряда. Девятый ряд, восьмой изнаночный был, это девятый ряд. Все то же самое. Так, лицевая теперь у нас, смотрите, двоечек, раз, два, три, четыре. Поворачиваемся. Подтягиваем. Это десятый ряд. Одиннадцатый ряд. Последняя петля лицевая. Так, сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Вот последний раз. Мы делаем этот незаконченный ряд, подтянули, обязательно подтянули. Так. Одиннадцатый или тринадцатый уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тринадцатый ряд, господи.
13 ряд. Здесь уже у нас вот 6 двоечек у нас есть, 1 2 3 4 5 6. Теперь вот эту петлю мы провязываем последнюю лицевую изнаночной, 14 ряд. Просто мы повернули, видите, здесь уже мы не делаем как бы сокращения, ну то есть незаконченный ряд. 15 ряд. Так, что у нас, 1 2 3 4 5 6 7, последнее сокращение, ряд до конца. Вот видите, здесь уже у нас пошло, эти петли остались здесь, а здесь пошло вверх. Все, и теперь я закрываю вот эти вот петли, но закрываю я, получается, хотя тут и написано 4, но по факту я закрываю 3 2, потому что одна петля, вот смотрите, в конце 3. То есть 3 петли сейчас на передней детали, на одну петлю меньше. Теперь что я делаю? Я эту петлю оставляю. Далее из вот этой вот кромочной поднимаю еще одну петлю. И эту петлю я подняла, одну дополнительную. Так, значит, я закрыла 3 петли, одна петля у меня осталась на спице. Теперь я поднимаю одну дополнительную из кромочной обязательно, потому что у нас вот этот. И далее мне нужно провязать вот эти вот петли, то есть мне нужно продвинуться сюда. Для этого смотрим, вот эта петля видна изнаночная. У вас будет лицевая, потому что у вас наоборот, помним об этом. Я ее провязываю вот так вот, обе петельки беру и провязываю вместе изнаночной. Там, где лицевая, провязываю лицевой. Изнаночную провязываю изнаночной, лицевую провязываю лицевой. Да, все правильно. Смотрю, там ли я или не там. Изнаночную изнаночной, лицевую лицевой. Этот маркер можно уже убрать, первый. Второй еще оставляем. Провязываем вот эти вот 5 петель, перемещаю маркер и вяжу до конца ряда. То есть вот эту часть, смотрите, мы ее связали, остались петли горловины, получился у нас скос плеча, и мы сюда передвинулись, чтобы вывязать вот эту вот вторую часть. Сейчас я вяжу ряд до конца, и мы повторяем точно так же, теперь с изнанки просто. Мы будем вывязывать плечика. Так, провязала. Смотрим, как это у нас выглядит. Вот этот отсюда маркер мы убрали. Вот эта часть у нас готова. Вот. Теперь мы вывязываем с изнанки. Это то же самое. Первый ряд. Сокращаем одну петлю. Вяжем до маркера. Последняя петля, смотрите, вот здесь вот у вас было на прошлом, сейчас у вас лицевая, у меня изнаночная, то есть наоборот, у вас было в прошлый раз так, первый раз, теперь снова подтягиваю, все то же самое. Это второй ряд. Третий ряд. Сокращаем петлю.
Так, здесь у меня последняя двойка осталась. Это третий ряд. Поворачиваемся. Четвертый ряд вяжем до конца. Пятый ряд. Так, здесь у меня вот одна двойка, в пятом ряду две двойки остается. Лицевая, поворачиваемся. Седьмой ряд. Три здесь петли у нас уже. Это восьмой ряд. Девятый ряд. Раз, два, три, четыре здесь у нас. Я изнаночной провязала, надо было лицевой. Десятый, да, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, это десятый ряд. Одиннадцатый ряд. Двоечек. Вот она шестая, двенадцатый ряд. Ой, нет, здесь нет. Так, тринадцатый ряд. Так, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь, значит, мы просто поворачиваемся. Последняя изнаночная. У вас лицевая, но вы ее провязываете изнаночной. Я, по-моему, ошиблась в рядах. Это у нас было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, вот он наш 15 сейчас, да, все правильно, 15 ряд, да, все правильно, 15 ряд, здесь у нас 8 сокращений и 16 ряд, 4 петли я провязала. Итак, снова у нас осталось, смотрите, здесь 4 петли, вот они. Мы сейчас находимся, кстати, в изнаночном ряду. Теперь внимание. Я их сокращаю 3. Одна остается. 2. 3. Здесь я, конечно, написала по 4, но давайте я напишу для переда 3. Одну петлю мы задействуем.
Если вы набирали другое количество петель, то сейчас у вас вот эти 8 так и остаются. Если совсем большой размер, то можете 9-10, короче, закрыть вот здесь. Вот. Все остальные петли оставляем здесь в плечо. На передние детали на одну меньше. Допустим, если на заднее у вас осталось в каждом плече по 10, вот ориентируемся, средние 17 оставляем на горловину, остальные распределяем по плечам. Вернее, одинаковое количество по плечам после вот этих сокращений, среднее число 17 на горловину. Вот. В передней детали сокращенных петель на одну будет меньше, потому что одна петля вот она у нас остается. И мы находимся на задней, на изнаночной стороне, и вот из кромочной одна петля осталась. Из кромочной вывязываем одну петлю изнаночной. Значит, теперь здесь у вас здесь будет изнаночная, вы провязываете изнаночной, я лицевой, потому что у вас наоборот. А здесь вот я, кстати, в свитере, вот обратите внимание, у меня вот, вот видите, здесь повернуто как бы, потому что я провязала просто изнаночной в этом месте. А нам нужно не просто вот так вот изнаночную провязать, а захватить, вот смотрите, отсюда вот так вот, чтобы развернуть эту петлю и провязать вот таким вот образом. Либо трудно, давайте попробуем, я ее захвачу вот так вот и переверну, и тогда она у нас не будет вот этой протяжки, все равно что-то не то, да? Нет, что-то не то, девчонки. А если просто, это я экспериментирую, я первый раз, все равно либо сюда протяжка, либо туда будет она. Я не знаю, если кто знает, как это сделать, чтобы вот этой вот ниточки повернутой не было именно при этом способе укороченных рядов. Не, девчонки, боюсь я. Ну, в общем, так, если кто знает, напишите, я сделаю досъем именно по вот этой там кусочки, потому что я же говорю, я первый раз это сделала, и вот у меня получается, что здесь вот эта петелька, да, вот видите, она как бы наброшена, она на эту лицевую. Ну, в общем, так, так у меня и на свитере, так, так у меня и сейчас получилось. Я этот изнаночный ряд довязываю до конца. Здесь вот где две вместе, я просто провязываю лицевую, потому что там уж никак не провяжешь подряд. Так, итак, что у нас получается? У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 петля по передней детали и 17 по задней детали. Значит, вот наше плечо, 21 у нас здесь петля по вырезу, ну, по переду. И 17 по спинке. Так, и сейчас нам нужно это все дело соединить. Вот они мои 17. Лицевая сторона. У вас вот единственное, что у вас будет по-другому начало здесь. Ничего, сейчас я все говорю. Итак. Будем соединять. Значит, вяжу я. Я буду соединять вот так вот, такие импровизированные спицы сделаю, откручу на 5 спиц. Вы можете в круговую. Мне так удобнее. Вот видите, горловины, что-то последнее время горловины и рукава. Закажу себе спицы всех размеров, вот эти носочные по 5. И буду горловины и рукава вязать на них. Мне так удобнее. Так. То есть я сейчас провязываю петли горловины, передние детали. Там, где я закончила, там я сейчас и продолжаю. Вот здесь вот пока лицевые у нас не провязываются под ряд. И смотрите, я не довязываю последнюю петлю. И ее, так как она у меня должна быть изнаночная, и здесь первая изнаночная, мы их провязываем вот вместе, эту петлю с передней детали,
последнюю петлю с передней детали и первую петлю с задней я провязываю вместе изнаночной. У вас это будет лицевая, девчонки, у вас наоборот, помним об этом, да? Так, есть. То есть смотрим передняя деталь. Теперь я ушла на заднюю деталь. Вот здесь вот я отрезаю нить и перевязываю здесь. Это от спинки ниточка. Мы ее здесь фиксируем. Теперь перехожу на спинку, вяжу. То есть одну петлю мы уже сократили. У нас осталось по передней детали. Ладно. Я не провязала подряд вот эту лицевую. Есть раз. Два. Кстати, горловину, девчонки, в оригинале я перешла на спицы 6,5. Важный момент. Вот, когда последняя петля вот остается, я ее переснимаю и провязываю вместе. Вот смотрите, у нас это изнаночная тоже. Вместе изнаночной. У вас лицевая, девчонки. В вашем случае это лицевая. Итак, что же у нас получается? У нас получается, вот она, горловина. Вы перешли на спицы 6,5. У вас передняя деталь, вот такой вот вырез. Ну, он еще примет форму. Все у нас прекрасно. Вот здесь сократилось по одной петле. Здесь осталось 19, а здесь 17. То есть всего, вот оно, видите, 36 петель. Вот. И которые мы, вот здесь вот, по кругу 36 петель. Которые горловину... Я бы рекомендовала не менять при любом размере. Единственное, что я потом скажу, о чем, что не так. Я очень туго закрыла горловину. Здесь вот нужно свободно, чтобы голова у меня плохо пролезает. Вот смотрите, тональный крем. Я фотографировала свитер. Я вытерла все лицо, пока я его натягивала. Так что в том моменте, пожалуйста, аккуратно. Итак, теперь я вяжу вверх. Здесь я провязала... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 22 ряда у меня здесь вверх. 20 даже, видите? Здесь у меня 20 рядов вверх насчитал. Может и 22, может я ошиблась. В общем, в любом случае, девчонки, смотрите, здесь вы можете корректировать высоту горловины. Здесь мы уже вяжем по кругу полупатентный узор, да? Помним, как мы вязали в начале. Один ряд изнаночную подряд, один ряд лицевую подряд. И вяжем до нужной нам высоты. Потом я сейчас, конечно же, отключаюсь, потому что это смысла нет, конечно, сейчас снимать. Ух ты, ух ты, ух ты. И включусь, покажу вам, как закрыть эти петли, потому что также я закрывала и петли рукава. Вот. Итак, я провязала, ну, чуть поменьше, но я думаю, для образца это будет нормально, да. И сейчас давайте я вам закрою петли, покажу, как закрывать петли. Вот, 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 покажу вам, как это все выглядит таким вот образом. Дырки все равно, вот дырки, больное место вот в незаконченных рядах. Значит, я это делала, я нитью от пухонорки изнутри подшивала. Давайте вам покажу. Видите, я все-таки прихватывала дырку, потому что вот ну никак, либо я не умею. Итак, по узору я закрывала лицевую, провязываю лицевой, изнаночную изнаночной, потом первую одеваю на вторую и вот таким вот образом продвигаюсь. Теперь смотрите, то что я говорила, не затягиваем, свободненько закрываем
чтобы голова у нас пролезла, потому что петель немного и можем затянуть. То есть достаточно свободно закрываем горловинку. Оно при этом способе вот так вот в резиночку уляжется хорошо, поэтому не переживайте, оно не будет расхлябано. Так, последняя петля. Теперь нить я обрезаю, беру крючок. Вот точно так же я закрывала и на рукавах. Последнюю петлю как бы закрепляю, и теперь вот она, первая петля, я ее подхватываю, протягиваю через нее ниточку, потом последняя петля, протягиваю крючок, продеваю снизу вверх в последнюю петлю и сюда же возвращаю эту ниточку. Вот у нас получается косичка. Теперь я ее на изнаночную сторону, видите, непрерывная косичка получается, и саму нить ввожу вот сюда вот. В лицевую петлю. Вот, вот и все. Так, дальше там кусок, следующее видео про карманы есть. Теперь вот здесь, вот она моя горловина, видите? Еще оно разутюжится, уляжется. Дырочки, я же говорю, тут уж ничего не поделаешь, с изнанки их подтянуть. Вот. Плечи сшивала тоже тонкой нитью и тонкой иглой обычно. Ну, в смысле, вот так вот прям тоненько, чтобы не уплотнять прям сильно этот шов. А, нежненько. Сейчас выверну, вам покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Потому что там, по-моему, там куска этого видео нет. Вот, смотрите, видите, тоненькой нитью я вот так вот прям и сшивала это и плечо, то есть это и дополнительная из пуха норки. Вы можете взять швейную нить. И точно так же этой нитью я здесь вот как бы исправляла эти дырки. Вот, ну ничего не сделаешь. Напишите мне, кто умеет из толстой пряжи вязать незаконченными рядами, чтобы вообще не было дырок. Ну, вот таким вот образом я исправила это все дело с помощью этой ниточки и разутюжила, и так оно и уложилось. Вот, в принципе-то, вот так оно выглядело. Потом, после обработки всей, получилось вот так вот. Я думаю, нормально. Оно все сгладилось, разгладилось. Свитер пока лежит, еще хочу, чтобы он распушился. И, кстати, вы знаете, наверное, все-таки у меня там пуха норки чуть осталось. Все-таки я довяжу, вот как говорили некоторые девчонки, писали, довязать вниз резинкой или чулочной гладью, чтобы было чуть подлиннее. Пузо у меня выглядывает вот при движении. Поэтому я, наверное, все-таки, я же говорю, пуха норки чуть-чуть осталось. Там буквально мне хватит вот так вот довязать. Я довяжу его все-таки с изнаночной. Так, мои хорошие. Что я сделала? Где я нахожусь? Значит, я разутюжила. Получился он, девчонки, не такой, конечно же, как там. Надо брать, я так полагаю, та же плотность, что я вяжу, но только тоньше нитки. В два сложения пух норки, в два сложения Lana Gold 800. То есть меньше нужно, потому что мне, в принципе, это все нравится, и я его оставлю. Но у меня уходит много ниток. Я на это не рассчитывала. Это мы сейчас на изнанке, поэтому не смотрите на все вот эти узелки, вот эту фигню. В общем, что я сделала? Я разутюжила и сшила плечик, вот видите, тонкой иголочкой, тонкой ниточкой, чтобы у меня здесь не было сильно толстого шва. Вот, и сейчас я сейчас ухожу
ухожу я на лицевую сторону, сейчас покажу вам с лица это все дело. Все равно дырки, знаете, может потому что крупное вязание, и все равно оно как-то получится. Хотя вполне себе и ничего. Горловина, вот видите, какая она у меня получилась. Один рукав я уже связала, думаю, свяжу, вычислю, попробую, в общем, что он мне скажет, этот рукавчик. Значит, сейчас второй свяжу с вами. Вот, и что говорила? Говорила, что тот, по которому я вяжу, он тоньше однозначно. Ну, понятное дело, какой-то там фабричный. В общем, смотрите. Во всяком случае, знаете, что лучше всего? Связать образец, разутюжить. И потом решить, что вы хотите, такой или не такой. Значит, я набираю петли из каждой кромочной. Один. Что-то я тут, девчонки, зачудила. Наверное, у меня не хватает одного ряда. Или я его куда-то делала. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 18, все правильно. И здесь должно быть 18. Раз, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Еще одна. И одну петлю, получается, у меня не хватает одной петли. До 18. Но все равно я их сокращаю. Сейчас смотрите внимательно. Вторую часть вы просто про сейчас я вам все скажу. Дело в том, что если вы хотите, вот смотрите, у меня я рукав широкий не хотела, потому что я все-таки смотрела на образец, ну, на оригинал. Поэтому я вот сделала вот такой вот плавный рукав. Если вы хотите шире рукав, ну, больше, чтобы он был шире, то вы вот сейчас просто начинаете вязать полупатентной резинкой, ничего не делая вот этих вот манипуляций. Я же их сделаю. То есть, что я сделаю? Я сокращу. Набрала все петли, чтобы не было пробелов, но сейчас я сокращу здесь 3 петли, и сзади с этой половины 2, потому что одна у меня не хватает. Наверное, я там не довязала какой-то ряд все-таки. Значит, смотрите, каким образом. 1, 2, 3, четвертую, пятую я провязываю вместе изнаночной. Желательно на изнаночной петле мы делаем сокращение, не на лицевой. Снова. 1, 2, 3. Четвертую и пятую вместе изнаночной. Это я 2 петли сократила из 18, вот из этой половины. 1, 2, 3. И треть, четвертую и пятую вместе. И это у нас третья петля. Теперь вяжем по узору. Переходим на вторую половину рукава. И вот здесь вот. Так, что у нас здесь должна быть изнаночная. 1, 2, 3, четвертую, пятую вместе изнаночной. 1, 2, 3, четвертую, пятую вместе изнаночной. Далее, если у вас получилось все-таки 18 петель, не так, как у меня косяк, вот, то вы, пожалуйста, еще одну сократите. Я же просто вяжу уже до конца ряда, без никаких сокращений и ничего. И со следующего ряда начинаю вязать полупатентной резинкой. Знаете, вот саму основу связала за один день. И вот день у меня ушел на рукава. Вот, ну, не могу я рукава в круговую, так они меня бесят, вот эти перетягивание каната, вот правда. Вот, ну, вяжу уж, поделать. В общем, в реале я бы его связала за полтора дня, если бы рукава у меня не были вот в круговую, долго у меня получились рукава, а сама основа был один день. Так, и погнали. Маркер подцепила. Теперь я вяжу лицевую, как бы, наряд ниже. Это мы все знаем, да, это мы уже все проходили. Почему я говорила, что сокращать на изнаночной? Потому что в первом ряду изнаночная у нас просто провязывается, поэтому
все прекрасно у нас там сядет. А если на лицевой, нам на лицевую надо наряд ниже, поэтому вот так вот, значит, вяжу. Потом у меня там 2 или 3 сокращения все-таки будет. Сейчас посмотрим. Немного. Несколько петелечек. Видите, как нужно просто... Ну, сейчас оно пойдет полегче, когда устаканится узор. Что-то я рукава не люблю в круговую вязать. Следующий круг изнаночную мы вяжем на ряд ниже, лицевую обычно, изнаночную на ряд ниже, и так продолжаем. Мы это уже все знаем, проходили. Так, девчонки, хочу вам показать. Всего 2 раза я делала сокращение. Вот, смотрите, я вам сейчас даже покажу. Первый раз вот прям 1, 2, 3, 4, 5, 6 после 12 рядов, ну и примерно второй раз. Потом уже вязала ровно до нужной длины. 1, 2, 3, 4, 5. Так, я вам сейчас просто покажу, как я их делала. Я просто по центру приблизительно я провязывала 3 вместе, чтобы не уходить от узора. Вот. Вот у меня маркер, да, я вот так вот взяла эту петлю как бы за центральную первую и провязала вот по узору. Здесь у меня лицевая, значит, я провязала 3 изнаночные. А в следующий раз это будут вот эти вот 3 лицевой. И все. Вот и все сокращения. 2 раза я так сделала. Раз, и там через такой же промежуток времени, через 12 рядов еще раз. Вот. Если хотите уже рукав, то делайте больше сокращений. Если вы не сокращали, допустим, вот здесь, вот, то вы можете сейчас сокращать больше. Ну, в общем, варьируйте там. Это не суть. Не так оно все здесь принципиально. Итак, девчоночки, длину рукава, соответственно, вяжите ту, которую вы вяжете, да, которая вам нужна. Вот, кстати, я, видите, я не мотаю каждую, на каждой, как бы, у меня 2 клубка, и вот я их так по способу в 3 сложения вязать видео. Если не знаете, как вязать от 1 клубка, то я вам оставлю видео в описании, ссылочку на видео, как это делать. Это очень удобно, чтобы не перематывать разные клубки. Значит, отвлеклась. В общем, у меня здесь 60 рядов, что по сантиметрам, не знаю, сейчас померяю. Значит, до резинки у меня по сантиметрам 31 сантиметр. Сейчас у меня вот спицы 4,5 миллиметра носочные. Вот хоть тресни. Начала любить носочные спицы, потому что вот на круглых, я знаю, что продаются спицы коротенькие, вот эти для вязания рукавов, но я что-то не хочу их покупать, потому что мне кажется неудобно. Тут сама спица, как ее держать? Вот напишите мне, пожалуйста, у кого есть эти спицы, эти наборы коротких спиц для вязания рукавов. Удобно ли ими вязать? Я вот предполагаю, как бы мое мнение, без, как бы просто от фонаря я не пробовала, не могу сказать. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что неудобно короткой спицей вязать. Вот. А вы мне напишите. Поэтому я перехожу на носочные спицы 4,5 миллиметра и буду вязать резинку. Вот такая у меня резинка, достаточно длинная, и мои соседи суббота что-то там сверлят. Да ладно,
ремонта. Надо людям делать правильно. Пусть сверлят. В общем, я сейчас перехожу на эти спицы носочные и вяжу манжет. И, в принципе, все. Дальше у нас никаких ни обвязок, ничего, нигде. Все четко, у нас уже все готово. Головина готова, ничего нигде обвязывать не надо. Так. Все. Эти я уже оставляю. Bye.